Людмила Георгиевна, как себя чувствуете? Хорошо. Ага. Вы как-то мне говорили, что на вас кто-то действует. Как вы думаете? Да, это так и есть. А кто действует? Я не знаю, кто. Я только знаю, что действует. Вы этого человека не знаете? Не знаю. Никогда не видели? Никогда не видели. А почему вы думаете, что он на вас действует? Потому что я чувствую иногда очень редко, что вставляются чужие мысли в мои. Передаем республиканские известия. Хосмет Тбилиси. Калуртын Гарчинбер. Данышыр Тбилиси. Ерли вахтла саат 19:30 дегедир. Вера Тбилис. Радио Гурбестан Шеври. Белокарина Бэнк Басы Аптеки. Лапаракутска учвенет с Тбилиси. Звонит. Да, есть. Фокус держите. Так, звук. Внимание, приготовились, выходим в эфир. Больной проведена активная терапия. Состояние настолько ободряющее, что больная переведена на поддерживающую терапию в малых дозах. Хорошо. Значит, можно выписать? Вполне. Состояние полной компенсации с возможностью возвращения к семье, к труду. Больная намерена приступить к работе. Прекрасно. Как себя чувствуете? Спасибо, хорошо. Какие у вас планы? Хочу вернуться домой, к детям, и еще выйти на работу. А, прекрасно, прекрасно. Я убежден, что вы скоро вернетесь к вашему обычному образу жизни.